Дорогие друзья, сегодня мы читаем последнюю лекцию о зороастризме. Эта последняя лекция посвящена последним проблемам. Проблемам смерти, посмертного существования, страшного суда и воскресения мертвых в будущей жизни. Конечно, все эти понятия в какой-то степени знакомы и мусульманам, и древним египтянам, и христианам, но в зороастризме в них есть удивительная цельность, логика и всеобъемность. И те вопросы, которые порой задают у нас, например, о том, какова судьба животных, почему я так люблю мою домашнюю кошку, или какова судьба злых, они будут всегда злыми или нет, или их вообще не будет. Вот все это дается в зороастризме, все это объясняется. И кто дал эти объяснения? Зороастр, более поздние авторы уже эпохи сасанидов или даже риваятов индийских, или это совсем доисторические знания, которые дошли до нас именно благодаря зороастризму, мы этого не знаем. Ученые об этом спорят. Но сами эти факты, саму эту систему нам знать, конечно, надо. И особенно надо знать вот эти эсхатологические представления, которые стали бы понятными только после того, как прослушали предшествующие лекции по зороастризму. Поэтому, дорогие друзья, впереди лекция о последних вопросах бытия мира и человека в традиции Авесты.